Кате Николаевой недавно исполнилось 17. Девочка сдала ЕНТ и теперь планирует поступать на биотехнолога. Ну а пока летний отдых. Катя воспитанница 4-го детского дома. Родителей она потеряла еще в раннем детстве. Сейчас мечта девочки – получить хорошую профессию и быть полезной своей стране. Очень нравится. Я хотела бы сказать большое спасибо за то, что нас пригласили. Разнообразить летние дни воспитанников детского дома решили сообща судьи Каратаусского и Абайского районов. Неделю назад они кинули клич. В стороне не остались даже водители ведомства. Благодаря отзывчивым людям 100 воспитанников детского дома посетили один из крупнейших развлекательных центров. А это 17-летний Дима Мальцев. Парень мечтает стать тяжелоатлетом или автогонщиком. Точно пока не определился. Но, похоже, данных для занятий силовым спортом больше. Дима сегодня побил рекорд. Его удар компьютер оценил в 100 килограмм. Наши сотрудники Абайский районный суд, Каратаусский районный суд, они поддержали с радостью это мероприятие, потому что у нас сейчас святой праздник Рамазана идет. Почему бы детям не подарить такое благое дело сделать? Я бы посоветовал также взять пример с нас, другие государственные служащие, чтобы оно продолжалось. Вот сами видите, как им хорошо здесь, прекрасно. В завершении детей ждал вкусный и приятный подарок. Мороженое, сладкий попкорн и поход в кинотеатр на целых 2 веселых фильма. К слову, скоро ребят судьи планируют повезти и в аквапарк.